Ребят, ребятушки, всем привет! С вами Светлана Карпова. Светлана Тревел, вы меня знаете в Инстаграм. И у меня настолько классные, мега позитивные, супер эмоциональные четыре последних суток, ну последняя вообще, последняя неделя. Привет, привет, привет уже всем, кто со мной. Настолько эмоционально крутая, настолько классная, что я уже вот как бы прикасаясь к кому-то, у меня идет разряд электричества. Представляете, насколько я заряжена вот так вот. Горю, горю, горю. Вот. Скажите, как настроение у вас? Я сегодня хочу рандомно разыграть, подарить сертификаты. Я писала об этом два дня назад. По-моему, два дня назад. Извините, я просто в своем очень активном образе жизни, да. Да, два дня назад я обещала разыграть сертификат. Я его разыгрываю, да. Я отдам человеку, который выполнил условия, не одному человеку, а двоим людям. И еще, ну, возможно, еще один даже подарю. То есть это может быть даже три победителя быть. Поэтому будьте активны. Подождем немножко, пока присоединяются люди. Пока ждем, я сейчас схожу, возьму кофеечек. Можете присоединяться. Спасибо большое. Мне очень приятно. Ой, это вообще очень здорово. И да, я сейчас вам такую тоже очень интересную секретную вечеринку покажу. У нас вот сегодня праздник. Школа, в которой я обучаюсь, ей сегодня 6 лет. И сегодня, видишь, по этому поводу. Но на движ я заеду буквально на одну минуту, просто поздороваться со всеми и поздравить всех. И уеду дальше делать свой мега-мега проект, который, я надеюсь, что в ближайшее время смогу вам показать, рассказать, поделиться опытом. Вот, опыт колоссальный, очень огромный. И я думаю, что вам всем пригодится в жизни. И вообще, знаете, вот я знаю в жизни, если чего-то хочешь, действуй. Если действуешь, обязательно добьешься того, чего хочешь. А как вы думаете? И еще у меня такое золотое правило. Требуй невозможного, получишь максимум. Вот неделю со мной команда работала 24/7. И только один час в сутки мы спали. Но мы сделали мега невозможное. Ребята, в жизни нету ничего невозможного. Привет, привет, привет. Давайте, пока люди еще, видите, присоединяются, мы с вами возьмем кофе. Это Печерский Киев. Здесь ремонт, поэтому кофе у нас и так вот. Нам, пожалуйста, мне два капучино давайте. Четыре давайте капучино. Цель или стандарт? Не-не-не, давайте обычные. Четыре, да? Да. Вот я сейчас еду к своей команде. Знаю, что они тоже с огромным удовольствием будут капучино, поэтому я беру не только себе капучино. Привет, привет! Так, ребят, о, вас уже классно, вас уже много. Смотрите, сегодня дарю подарок, сертификат магазин. 100 гривен сертификат, магазин очень классный, мне там понравилось. Шортики, вы знаете, костюмчик очень нравится, классный. И, по-моему, платье. Да, платье мне закупила. Вот, я хочу сейчас вам уже себя обязательно себе закажу. Спасибо большое. Есть? А? Фишка. А, давайте без фишки. Вот, и спрашивает, есть ли у меня фишка? Да, есть. Вот, и давайте так. Вот, так как вы были первыми, кто присоединился, мы сейчас разыграем уже один сертификат. И вот слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Когда вы услышите от меня слово лайк, обязательно ставьте сердечко в чате. И первый, кто поставит сердечко, тому подарю сертификат. Сахар, плюшечки нужны? А? Сахар, плюшечки нужны? Давайте сахар и корицу туда добавьте, пожалуйста. Во все четыре? Во все четыре. А сахара сколько вам нравится? Давайте по полторы. Может, вам с собой полагать сахар? Ну, давайте с собой, окей. Задачила девушку. Полторы. Вот так весело у нас, классно со мной. Всегда. Поэтому ставьте лайк.
потому что со мной классно. Лайк, лайк, лайк. Сердечко. Кто первый, тот получит сертификат. Ну, кто же первый? Давайте, давайте, давайте. Не будете ставить, тогда буду выбирать из тех, кто поставил кнопочку 2 дня назад. Вот. Ну, я, само собой, из тех людей выберу и подарю. Вы знаете, я люблю дарить подарки. Я люблю, когда вокруг все счастливые. И я люблю сама быть счастливой. Я счастлива и делюсь с этим с вами. Мои хорошие, мои любимые, нажимайте, ставьте лайк скорее, кто-нибудь, ставьте сердечко. Хорошо, давайте так, лайк, сердечко, поставьте в чате сердечко, и я подарю вам сертификат. Добрый вечер, добрый вечер. Кто первый присоединился, тот имеет больше всех шансов получить сертификат, подарок от меня, от магазина Vogue Shop. Помните, я вам 2 дня назад рассказывала об этом магазине, поэтому ставьте лайчик, ставьте сердечко, получайте сертификат. Что-то, наверное, все уже спят. Без 15:09 и все 20:45, и все уже спят. А я жду кофе. Девочки, милые девочки, привет, привет всем. Ставьте, смотрите, я разыгрываю сертификат в магазин, который обещала вам 2 дня назад. Кто первый поставит сердечко, лайк, тот получит сертификат прямо сейчас. Ставьте сердечко. Сердечко напишите вот здесь, вот смотрите. Давайте я вам вот такое вот подарю. Это подарок вам. Вот кто напишет, тот получит подарок. О, Наташенька, поздравляю, поздравляю, Наташа получила подарок. Танечка, скажи, пожалуйста, я взяла 4 капучино. Спроси у ребят. О, сколько сердечек пошло. Отлично, все получат подарки от меня. Спишемся в директе, расскажу как. Сертификатики. Расскажите, поделитесь, как у вас настроение, чем занимались на выходные. Лайки, моя любовь. Спасибо, Танюшка, я тебя люблю. Я вас всех очень сильно люблю, потому что нереально классно быть счастливым. И когда ты счастлив сам, ты заряжаешь этим других, и весь мир вокруг становится счастливым, добрым, классным. Поэтому будьте счастливы, заряжайтесь позитивом. Спасибо, спасибо, как у вас уже классно, много. Это супер здорово. Ой, ой, какие милоши. Так, придется количество сертификатов увеличить. Вы знаете, я люблю, чтобы все подарки получали. Поэтому все, кто активничает, все обязательно получают подарки. Обязательно. Вот, и давайте сделаем так. Взяла. Взяла, Таня, я уже все взяла. Сейчас он девушка пакует. Я, правда, ее чуть-чуть озадачила. Попросила корицу и 1,5 ложечки, ну, 1,5 короче сахара. Она испугалась и сказала, что сахар даст с собой. Ничего, мы ее научим. Вот. Да, так здорово. Вот я сейчас на заправочке, на Печерске. Но заправка сейчас вот такая вот импровизированная. Спасибо. Так как основная заправка, здесь, кстати, очень классная заправка, мне она нравится, я всегда заправляю машину на око. Это не реклама, это просто мое. Вот. И вообще на моем канале, то есть как бы рекламы пока еще не было. Все от меня от души, и все эти подарки, которые магазины делают, они просто... Имбирь есть? А имбирь есть у вас? Чай. Чай, Тань? Таня моя... Ну, чай, давайте чай. Есть чай? Давайте, сколько там чая? Чай, чай. Есть, кстати, классный такой чай имбирный. Сейчас покажу, вот Таня попросила. Давайте нам 5 пакетиков. Потому что у нас ночь длинная, с собой. Имбирь в кофе, она спрашивает. Есть у нас? Нету. Давайте все равно, давайте чай, он очень вкусный. Танечка, в кофе нету, поэтому капучино без имбиря. Зато будет вкусный чай с имбирем. 200 гривен. Давайте. Сейчас посчитаю. Спасибо.
Да, ты заберу кофе, и мы с вами поедем дальше. С нами дальше будет еще интересно, поэтому не переключайтесь никуда, не отходите от экрана. Это что, чаек? А, дайте я покажу людям, какой чай мне очень нравится. Беру я его на око. Вот такой вот чай с имбирем. Он очень вкусный, очень полезный. Лами, имбирь. Натуральный. Так, а теперь как бы мне все это отнести? Сейчас давайте я за две фотки сделаю, да? А, да, я вам буду очень признательна. А нет у вас подставочки? К сожалению. Очень плохо. Очень-очень плохо. Так, ребят, сейчас. Ой, так много. Сейчас я как-то постараюсь разместить свой кофе. Тут у меня еще шашлык едет. Едет, едет. Как-то что-то буду смещать. Давай. Ребят, всем привет, кто присоединился. Сори, не успеваю помахать. Забирала кофе на заправке. Спасибо вам огромное. Самая лучшая заправка и самые лучшие работники на заправке. Вот так со мной здорово, круто, весело. Так, а мы едем с вами, мои хорошие, дальше. Единственное, я не знаю, как мне один кофе. Один я, наверное, сейчас выпью, так мне будет проще их контролировать. Вот, кстати, задача, как в машине проконтролировать кофе? Кто знает? А я уже, кстати, придумала. За одну секунду, представляете, нашла решение проблемы. Вот так вот я мыслю в критической ситуации. Вот сейчас у меня 4 стаканчика, мне их нужно довести так, чтобы они не пролились. Что бы вы сделали? Смотрите, два разместила в подстаканниках. А один вот нашла такую нишу, в которой зафиксированный стаканчик. Один у меня вот здесь, он будет у меня в руках. Я сейчас палочку поменяю на трубочку и его выпью, потому что я сегодня не пила капучино, я не могу, я очень люблю капучино. А дайте мне трубочку, пожалуйста, еще. Трубочку, ложи эту, заберите палочку, а трубочку... Вы просто помешаете потом. Я уже помешала. Ай, осторожно. Вообще мега-мега крутая, классно. Ну, все, у вас переместили мусорку. Здесь, короче, каждый день, я вот каждый день заезжаю, каждый день новости, мусорка передвинулась в другую сторону. О, спасибо, сколько трубочек у меня. Спасибо, хорошо, взаимно. Ребят, едем? Едем, рулим. Так, мой кофе. С кофе я разобралась. Я нашла, как его поставить и не пролить, и довести. Так. Привет, 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 боже, как мне приятно, что вас сегодня так много. Вообще, ребята, я обожаю вас. Ой, не сработала моя. У меня сейчас я вам покажу, какая крутая фишка есть. Мне муж подарил ее. Я когда-то ее очень хотела, и вот пришлось телефон купить под эту фишку, потому что я думала, что у меня телефоны заряжаются. А оказывается, мой Xiaomi не заряжался. Вот пришлось купить iPhone. Вот видите, приношу, оп, интересно. И вот так я ставлю телефон. И вы меня ставьте лайк, кому понравилось. Очень крутая штука для автомобиля. Очень удобно. Я могу с вами общаться в время и в то же время контролировать дорогу, вести автомобиль. Ну и в это же время мой телефон заряжается. Вот так я эффективно использую свое время. Делаю в одно время. Смотрите, давайте посчитаем с вами, сколько действий я делаю в одно время. Ставьте единичку. Пишем первое. Веду автомобиль. Нет, первое. Общаюсь с вами. Это один. Второе. Веду автомобиль. Это два. Третье. Заряжаю телефон. И, наверное, четвертое, но это нужно было озвучить вместе с вами первым. Кайфую, наслаждаюсь жизнью. Я счастлива, я радуюсь, и я делюсь этим с вами. Ой, привет, привет, все, кто присоединились. Спасибо, спасибо. О, девочки, я уже не успеваю, я делаю скриншоты. Это я не то сделала, хотела скриншот. В руках, когда был автомобиль, этот, ничего. В общем, давайте так, такая получилась у меня ситуация. Скриншот мне сейчас тяжело делать, поэтому
Танюш, или ты наделай мне, пожалуйста, скриншоты экрана, чтобы я видела чат. Или же, девчонки, обязательно напишите мне в директ после прямого эфира. Обязательно. Именно сегодня. Кто сегодня в директ напишет, поставит сердечко. Ой, привет, привет, привет. Ребят, не отсоединяйтесь. Это у меня был просто входящий звоночек. Вот. И мне нужно посмотреть, если кто-то есть с лайка. Школа, в которой, бизнес-школа, в которой я учусь, поставьте плюсики. И напишите мне адрес, куда мне ехать. Я хочу заехать к вам на пару минут. Кстати, очень жалко, что не сохранилось. Ой, привет, привет. Привет, мои хорошие. Очень соскучилась по вам, по всем. Спасибо, спасибо за сердечко ваше. Так, ребят, не знаю, как сделать, чтобы не прервался чат. Обязательно. Ставьте сердечко мне в директ, кто ставил сердечко сегодня в чате и в директе, обязательно поставьте, чтобы я не пропустила вас, не этот. Сегодня отправила подарки всем, кому ранее обещала, извините за задержку, потому что такой вот спонтанный проект у меня, но он мега шикарный, я о таком мечтала очень давно, это вот... вызов вселенной, проверить свои силы, да, вот что я могу. И, конечно, вселенная, как всегда, ставила преграды, но я их преодолевала. Результат я вам обязательно покажу, поделюсь. Это мега заряжает, а еще больше заряжает вот та атмосфера, когда командой это все делаешь. Это просто the best, ребят. Поэтому вот я немножко не туда поехала. Ладно. Сейчас решим вопрос. Сейчас мне важно попасть к своей команде. Я вам обещала сюрприз. Мы кое-что сделаем с командой. Я просто думала сейчас заехать, посмотрела на время. Не, я не успею, я потеряю много времени. Люди ждут меня. Я не могу подводить людей. В первую очередь я учусь ставить правильно приоритеты. Конечно, сейчас мне очень сильно хочется быть в одном месте, и мне сбрасывали оттуда видео, и я кайфовала вместе с ними. Это встречаются все наши ученики школы Аяза. У Аяза учусь, мне очень нравится, как Аяз ведет бизнес. Да? Ну, многие, мне, у меня с Аязом появилось только разногласие насчет имени ребенка. Вот он написал, что он не дает ребенку имя. Аяз, если ты посмотришь вот это видео, ну я тебе еще обязательно напишу, чтобы ты все-таки его услышал, увидел. Знаешь, имя это не просто вот как стандартно там все выбирают имя ребенку, да? Во-первых, имя, оно тебя, наверное, делает. Вот ты же Аяз, и тебя все знают как Аяз. Я Светлана, и многие меня знают как Светлану. Именно как Светлана, свет яркий, насыщенный, эмоциональный, красивый, добрый, теплый. То есть вот то, что мы несем людям. Аяз, ты неповторим, ты действительно мега крутой вот в своем, ну, это нужно так быстро вот реагировать, делать, ну, есть чему поучиться у людей, и мне очень нравится, мне очень заходят успешные люди, и при том, которые не только там жлобятся и сидят, этот, а еще которые делятся с кем-то и стараются мир вокруг сделать добрее, как и я, и лучше, то есть это вообще просто супер. Но вот в плане имени, знаете, что я очень долго думала, я очень этот, я там Аязу писала, можете почитать в комментариях, где он пишет о ребенке. Ну, у меня даже такое вот удивление вы испытала, то есть что это такое, ну, что это именно Аяз такое принял, потому что я как-то Аяза воспринимаю немножко как бы на высоком уровне человека. Я понимаю, что без тормозов, да, но в плане имени это вот какое-то что-то святое. Мы ж не говорим там мама, доченька, да, нам приятно, когда к нам обращаются по имени, когда нас как-то социализируют, ну не то, что социализируют, когда нас выделяют среди всех, правильно?
Вот. И еще имя – это то, что когда твои родители уходят, и их с тобой нету, да, вот я писала о том, что папа у меня умер, мне об этом всегда больно говорить, когда вспоминаю своих родных, сейчас пройдет, когда вспоминаю своих родных, которых нету, вот, а я всегда вспоминаю о них самое доброе, самое теплое, самое классное, потому что действительно такое было в моей жизни, я это все ценю. И вот что самое ценное, что подарили мне родители, да, любовь, безусловно. Вот благодаря, наверное, их любви я могу делиться с любовью. Я знаю, что такое любовь. Я несу любовь в мир, и я хочу, чтобы каждый испытал это чувство. Это невероятное чувство, когда ты любишь близких, когда ты любишь любимого человека, когда ты любишь безумно детей, когда ты любишь животных, когда ты любишь мир, когда ты любишь людей, когда я вот люблю машину водить. Вы знаете, я настолько мечтала. Ой, короче, это надо, я же вам говорю, это нужно писать книгу. У меня очень жизнь интересная, насыщенная, классная, могу чем поделиться. У меня родители не знали, что я пошла, мы шли с сестрой. Вот я вам чуть-чуть из своей жизни расскажу, да, мне было, я всю жизнь очень сильно мечтала водить автомобиль, видите, вот, вот, мы с ней каждый день, это моя куколка, моя или нет, спасибо, любимая, спасибо, вот, поэтому, когда человек умеет любить, он любит все, он любит автомобиль, он любит кофе, он любит то, что делает, он делает с любовью. И это, поверьте, это такая энергия, которая, ну вот, вы видите, да, я вас люблю. Я честно, я делала этот блог для рекламы туристического клуба, а настолько он зашел, настолько я его сделала с любовью, настолько я вас всех люблю и ценю, и благодарю, что вы со мной, что я перевела этот блог в свой личный, Светлана Карпова, да, я делюсь с вами своей жизнью, всеми эмоциями, в каждым мигом, который я переживаю. Вот я наверное, еще с прошлой пятницы такой интенс ритм, когда я почти не сплю. Ну и поверьте, видите, я могу это делать. Мы просто не знаем, насколько бесконечен наш ресурс. А, и вот, давайте расскажу, переключилась. За машину, за автомобиль. Очень-очень хотела водить автомобиль всю жизнь. И вот мы идем как-то с моей сестренкой Наташей, вот, на школе в Обухове. Идем такие вдвоем и рассуждаем. А она такая же, ну вот мы очень похожи внутренне, только она более серьезная, а я вот, ну, хотя она очень добрая и очень милая, очень грамотная, очень умная, очень красивая девушка, очень добрая. Вот, и мы идем с ней и говорим друг другу, а давай пойдем запишемся в автошколу и выучимся, получим права. Вот так мы, я говорю, давай, пойдем. Вот, вот так вот мы, или я сказала давай, или Наташа, я уже не помню, кто в тот момент сказал давай, и кто согласился. Но вот так мы, поддерживая друг друга, любя друг друга, потому что мы выросли вместе, мы никогда, хоть мы и двоюродные сестры, но мы никогда не говорим двоюродные, мы всегда любим друг друга, вот как родные. У нас нету такого даже, ну, там, двоюродные, троюродные. Вот, вот есть родные люди, вот наши сестры, братья, там, и их мама, папа. И нельзя, например, любить себя, любить своих родителей и не любить сестру, не любить брата, не любить там их родителей. Это вопрос, то есть человек, который чувствует любовь, он несет эту любовь всему миру. Всему. И вот эта энергия любви, она самая-самая сильная. Вы знаете, я открыла для себя одну очень классную книжку, уникальную. Поделюсь с вами в телеграм-канале. Вот так вот я вас всех приглашу в телеграм-канал. По-хитрому немножко. Вот для того, чтобы вы там со мной были. И я вам там буду писать интересные фишки. Вот те, кто совсем-совсем со мной, будут знать очень-очень-очень много всего классного и интересного. Кстати, смотрите. Смотрите, я вам... какую красоту.
никто не увидит, кроме вас сейчас этого. Вот так вот красиво возле Дворца Украины в Киеве. Кстати, построили он какую-то такую, как китайские, да, эти штучки. Здорово, вам понравилось? Поставьте лайк, нажмите на что-нибудь, покажите, что вам понравилось. Еду, извините. Вот, там меня попросили, чтобы я ехала. Да, я забыла, что здесь стрелочка зеленая. Ну, вот у меня сейчас немножко другие мозги заняты, поэтому где-то на такие вещи я не обращаю. Ой, спасибо, вижу столько позитива, супер! Заряжаем друг друга, любим друг друга, передаем друг другу эмоции. Это мега круто. Ребята, вот после такого мега эмоционального обучения, вы помните, да, когда я ездила с девочками, каязу училась с малышками, вот, у меня произошли, очень колоссальные изменения в жизни. Вот те, которые я уже ждала много-много-много лет. Очень много лет. И я так прошу Бога, молю. Я была в соборе, вы видели, да. Я молюсь сегодня целый день. Я читаю молитвы. Я благодарю Вселенную. Я благодарю Матерь Божию. Я благодарю каждого из вас. Я благодарю себя, команду. Всех. Вот. И очень хочу, чтобы все это реализовалось. Ну, а церкви, то есть это каждое свое, да, религию как бы люди стараются не трогать. У меня здесь отдельная история, об этом тоже стоит поделиться. Она уникальная, она, ну, я не знаю, есть ли еще у кого-то из людей, я думаю, что есть такие люди, да, но когда-то я вам расскажу. Привет всем, кто присоединился. Ой, я вас не... Боже, ребята, сори, я... Ушла вверх чата и смотрю, что ничего не происходит. Короче, я такая сегодня. Спасибо, мои родные, что вы со мной. Это вообще, это мега здорово, это позитивно, это классно. Я делюсь, ловите эту энергию, подхватывайте, переходите на эту энергию, будьте со мной. А я чуть не... А мне главное не пролететь здесь поворот. Вот, и я уже практически у своей цели. Везде. Я знаю, что невозможное возможно. Я знаю, что наш ресурс безграничен, но хотя беречь себя это тоже очень важно. Вот, и вот видите, как я еще тогда маленькая хотела права. Вот, я не стала ни просить маму, брат у меня работал в ГАИ, я тоже могла его попросить, но нет. Мы с сестрой решили пойти, выучиться и получили права. И это очень правильно. Вот когда вы начнете желать чего-то, вот очень сильно, вот так прям, вот знаете, вот так, давайте я сейчас с вами такую медитацию проведу. Сожмите так сильно кулачки, все вместе, давайте. Я одной этой буду сжимать. Главное, чтобы кофе не раз. Вот так, все вместе, дружно. Только сейчас сжали кулачки, закрыли глаза и загадали желание. Быстренько! Все, и пусть ваше желание обязательно исполнится. И ловите вот этот мега-позитив. И поверьте, оно исполнится. Вот так, видите, как у меня прямо аж до боли, вот до такой степени нужно хотеть. Вот, а потом подумать, как его... исполнить, и действовать, и искать возможности, и стремиться к этому. И как только вам судьба дает шанс, Вселенная, судьба, кто угодно, да, то есть воспринимайте так, как это близко вам. Своей историей я потом с вами поделюсь. Ну, что-то оставим для книжки, да, интересно же. Я хочу, чтобы многие люди могли... Я благодарю, я вижу, вам заходит очень круто, я вижу... Все присоединяются люди, и это мега круто, это очень позитивный такой супер эфир, я его обязательно сохраню, смотрите его каждый день, наслаждайтесь и пообещайте мне, вот, делаем упражнение, каждый день вы только проснулись, лежа в постели, вы улыбнулись, и за день сделали 200 улыбок. Поверьте, это работает. Проверено, доказано даже моими вот измерениями по часах, моим самочувствием, состоянием. И я вам хочу сказать, когда я стала из жизни убирать вот то, что мне приносит негатив, то, что меня расстраивает,
когда я стала больше окружать себя позитивом, когда я стала делать то, что мне действительно очень-очень сильно нравится, ребята, жизнь начала меняться просто кардинально и просто на глазах. И я, знаете, вот даже вот та поездка в Египет, она такая незапланированная. И вот если бы мне кто-то сказал, что я там полечу в Египет, я бы сказала, я не верю, там я не это самое, я вот так вот, да. Но я, ну вот настолько я сильно хотела, да, что я это получила. И вот смотрите, начинайте с того, как, ну, вот даже ж вам приятно, когда улыбается человек, правда, чем смотреть на... Я даже такое сказать не хочу, правда, не хочу, нету его в моей жизни, не будет. Ну, то есть у меня бывает только боль, да, вот когда я вспоминаю своих родных, вот, злости я вообще в своей жизни не приветствую, каких-то там таких вот, ну, тяжелых этих. Мы стараемся смотреть позитивные фильмы, мы стараемся общаться с позитивными людьми. И самое главное, правильно, рационально использовать свое время. Не тратить время на нытье, не тратить время на пустые, ну, знаете, там, полежать, поваляться, сериал посмотреть, ну, такое. Можно, конечно, иногда, чуть-чуть, если он смешной и веселый, и позитивный, тогда да. Так, ребят, обещаю, дякую. Ура, 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 ура. Я вас благодарю. Я сейчас пойду к своей команде. Я им несу кофе. Я иду их заряжать, потому что нам трудиться, я не знаю. Пока мы не реализуем свою мечту сегодня. Пока мы не дойдем до своей цели сегодня, мы не закончим. Мы вот так вот уже делаем целую неделю, и мы уже приблизились на 99%. Благодарю вас. Благодарю. Я вас обнимаю, целую всех. Пусть ваша жизнь будет наполнена, счастливая, радостная, веселая. А я постараюсь сделать максимально, чтобы этот жизнь, ну, этот мир вообще менялся, чтобы у меня даже есть удачи, спасибо большое, всего хорошего, спасибо. У меня даже есть пост очень интересный, как в один год мне пришлось, ну, вот так меня испытывали. Мне пришлось сделать много добрых дел. Если вам интересно, забейте хэштег «Твори добро, меняй мир». Вот, я несу такой лозунг в жизни, да, до зустречи, обещаю надолго не пропадать, обещаю сторис, обещаю прямые эфиры, и завтра обещаю продолжить пост о Египте. Я обожаю эту страну, я обожаю вот их отели, я обожаю, они вообще очень крутые, мега крутые, я туда готова лететь хоть завтра, собрать чемоданы и гол. И я, кстати, на этой неделе, вот, которая завтра начинается, я хотела лететь в Египет, но вспомнила, что у меня обучение, и мы должны лететь в другую страну. Чем все это закончится, что в итоге дальше будет, смотрите, не пропустите, с нами будет весело, ярко, классно, позитивно, мега увлекательно и, конечно же, очень полезно. Растите вместе со мной, становитесь богаче, веселее, красивее, добрее, счастливее в первую очередь, любите, будьте любимы. Ваша Светлана Карпова. Всем пока-пока. Пока, мои родные. Я вас люблю. Ой. Кто-то только присоединился, пока. И да, напоминаю, быстренько, сердечко в директ, все сердечко в директ и получаем подарки. К сердечку плюс, забыла вам написать. Давайте, чтобы я оперативнее была, ставите сердечко, пишите новую почту, пишите свою фамилию, имя, отчество и номер телефона. И ждете подарок от меня. Это может произойти в любой день. Вот, а сертификатики я сегодня обязательно вам отправлю. Все, всем пока-пока. Ваша Светлана Карпова. И благодарю за то, что вы со мной. Вам тоже от меня сердечко. Вот такое вот. Посмотрите, пожалуйста, кто только присоединился в эфир. Посмотрите, я оставлю запись эфира. Было нереально круто. Вам посылаю миллион поцелуйчиков. Солнечного настроения, много любви
и исполнение всех ваших желаний. Спасибо огромное. Все, люблю вас, целую. И да, кстати, вчера у меня прошло обучение. Ой, вчера был вообще очень тоже супер. У меня каждый день супер насыщенный. Вот, напомните мне, пожалуйста, чтобы я вам рассказала за обучение английского и обучение в YouTube в школе и с кураторами. Это мега круто, нереально классно. Я с вами поделюсь. Все, всем пока-пока. Я побежала, правда, меня ждут дела. Я вот сижу сутками и делаю свое дело. Все, пока-пока.